Привет, банда! Убедитесь, что вы подписаны на мой канал. Кнопка подписки должна быть не красная, а серая. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Привет-привет, друзья! С вами я, Кекс, Мультипути, всем вкусняшек мороженок. И сегодня новые приключения аниматроников. Кстати, друзья, ну а если ты хочешь попасть ко мне в царский комментарий, это очень просто сделать. Пиши кучу комментариев под видео. Я выберу один рандомно, ты автоматически попадешь ко мне в видос. Ну чё, погнали! Итак, друзья, смотрите. Среди ночи проснулся Фредбер. Он разбудил Голден Фредди и разбудил Бонни. Капец! Чертоголовы проснулись, и вы сейчас уже выспался! Друзья, мне кажется, случилось непоправимое. А что случилось? Что случилось, Фредбер? Говори ты внятно! Я чувствую, что со спрингтрапом что-то случилось. Поехали проведаем его. Ладно, поехали проведаем. Раз ты так переживаешь. Да, друзья, я чувствую, что что-то случилось. Друзья, Спрингтрап живет рядом с Фредбером. Это всего лишь 200 метров. Да, я знаю, Спрингтрапик недалеко живет. Не переживай, Фредбер. Он умеет за себя постоять. Мне кажется, что-то случилось. Кстати, ребята, если тебе нравятся приключения аниматроников, если тебе нравится ФНАФ, за 3 секундочки поставь лайк. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк за 3 секунды. Если тебе не жалко, если ты не жадина, поставь лайк. О, приехали. Это же ферма Спрингтрапа. Да, приехали. Спрингтрап, братик. Так, где он? Он где-то здесь, наверное, спит, наверное. Нет, он где-то здесь. Спрингтрап! Спрингтрап! Спрингтрап, ты где? Сейчас зайдем, у него тут гараж. Спрингтрап! Спрингтрап! Капец! Спрингтрапа кто-то загасил! А я говорил! Вот это да! Нифига себе! А кто это сделал? Спрингтрап! Надо выяснить, ребят, надо выяснить, кто это сделал. Точно? Давайте выясним! Вот это жесть, ребята! На ферму Спрингтрапа кто-то напал! Надо обойти ферму, и мы найдем, кто это сделал! Точно, Бонни! Красавчик, ладно! Давайте продвигаться! Давайте обойдем ферму Спрингтрапа! Может, мы что-нибудь да найдем, ребята! Слышите? Я слышу! Капец, что за звуки? Ага! Это за гаражом! Это за фермой! Это там! Блин! Кто-то побежал! Капец! Кто тут? Ребята! Смотрите! Что там такое? А чё там, Фредбер? Ребята, смотрите! Аниматроники! Много аниматроников! Капец! Мангл! Визеры, Чика, Плюштрап, Олд Фокси. И здесь кто-то собирает в кучу. Ага, кто их задубасил? Нифига себе, надо выяснить. Смотрите, кто-то побежал. Я тоже видел, кто здесь? Кто здесь, выходи. Ребята, тут какое-то привидение. Блин, я боюсь привидений. Он туда побежал. Ну что там, Фредбер, страшно же. Да вроде нет никого. Ладно, хорошо. Блин. Смотри, Фредбер, смотри. Что такое? Блин, кто это? Блин! Ха-ха-ха!
тебе! Офигеть, Аннабель, я знаю, это ужасная кукла, не подходи! Папочка, это такая страшная! Ой-ой-ой! Капец, это жесть! Не подходи! Вы умрете! Не подходи! Не подходи, гасите ее, ребята! Я боюсь! Получи, вот тебе! Блин, она маленькая, не могу попасть! Все! Вам конец! О, нет, Бонни! Я не могу! Давай, Фредбер, гаси ее! Ладно, где взрывчатка? Ладно, вот тебе! Получила! Вот тебе! Нифига себе! Куда пошли? А мы тут прячемся! Мы тут прячемся! Да вы чё? Ля, вот она! Гори, гори ясно, чтобы не погасла! Нифига себе, как она орёт! Вот это жесть! Давайте сваливать! От этой Аннабельки! Давайте в машину, ребят! Она ожила! Вот тебе! Капец! Ой! Вы чё? Получи, гадкая Аннабель! Ой! Да вы чё? Бля, она живая! Она живая! Получи! Ты не сможешь ее убить, Фредбер! Она живучая! Ладно, давайте сваливать! Быстрее, в машину! Вот это жесть, ребята! Появился новый монстр в GTA 5! Кукла Аннабель! Кому понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, напишите крутой комментарий и поделитесь этим видео с друзьями! Офигеть, смотрите! Офигеть! Ля, она живая! Стойте! Нет, не надо! Выезжаем! Потом приедем, спринтрап поживим! Все, ребят, всем счастливо, всем покедова!